Волгоградская компания, производитель осветительного оборудования «Эконекс», готова к работе в новых экономических реалиях. На предприятии полного цикла производят до 20 тысяч светильников в месяц. Они освещают десятки крупнейших промышленных предприятий, транспортных магистралей и городов по всей России, в том числе и в Волгоградской области. Компания – владелец 23 патентов на выпуск наружного, промышленного и внутреннего светодиодного освещения. Особо гордятся на предприятии разработкой умного света. – В чем ее преимущество, расскажет Екатерина Кудряшова. Они зажигают лампы, и это нужно всем. Благодаря техническим решениям специалистов волгоградской компании за последние 12 лет светлее стало на производствах десятка крупнейших промышленных компаний России. Свой вклад в общее дело вносит и сборщик электротехнических изделий Никита Инишев. Как во взрослом конструкторе, он соединяет детали, прокладывает электроартерии. В его руках светодиодные светильники обретают жизнь. Профиль напиливается на мигзоне. Дальше как бы блок питания вставляется и светодиодный модуль. Вот. В дальнейшем к нему припаиваются провода. Происходит первый пуск, несет свет людям на производствах. Сборку изделий ведут посменно. Большая часть комплектующих отечественного производства, в том числе собственного, светодиодные модули на предприятии производят сами. Выпускают их с помощью запрограммированного оборудования по характеристикам с учетом пожеланий заказчиков. Перечни товаров, разновидности светильников наружного, внутреннего и промышленного освещения. Последние – самые востребованные. Они компонуются. Каждый модуль может быть как один модуль, два модуля, так и четыре. То есть в зависимости от мощности. Используется на подвесах 60 метров, 40, 60, 80 метров и дают очень большую площадь освещения. Они могут работать при температурах очень, ну, например, плюс 60 градусов и до минус тоже 50-60 градусов. Гордость компании – российский патент на беспроводную систему управления освещением. С ее помощью можно вручную и автоматически регулировать яркость света в помещениях и на территории объектов по расписанию и даже по датчикам. Система интегрирована со счетчиками и позволяет заказчику экономить до 60% электроэнергии. В любой момент я могу включить, выключить любой светильник. Вот сейчас свет потухнет. Зона проверки готовой продукции на предприятии – место самое освещенное. Сюда для испытаний попадает каждый светильник, собранный на производстве. Основной параметр – мощность прибора. После данной проверки светильники уже идут именно на упаковку к клиенту. Вот, то есть данный стенд – это разработка наших специалистов. И в том числе обслуживается он с помощью программного обеспечения тоже нашей разработки. В отличие от конкурентов, российский производитель гарантирует увеличенный срок службы осветительных приборов. Гарантия от 5 до 7 лет. В условиях новых реалий компания уже скорректировала цены и логистику, но и в непростых экономических условиях руководство «Эконекса» прогнозирует весомый рост заказов. Игроки были представлены в стране, они сейчас ушли. Это в металлургическом секторе, в промышленном, в складском. Вот, следовательно, мы займем их место. По выпуску планируем в этом году от 30% сделать рост. Вот, в планах 50% сделать, и как бы и в течение ближайших 5 лет по этому показателю сохранить темпы и динамику. В планах разработчика также запуск линейки бытовых светильников и в связи с возросшим спросом расширение мощностей. Только за прошлый год «Эконекс» выпустил 120 тысяч светильников. Волгоградские электроприборы освещают предприятия, магистрали и улицы городов от юга до севера России, в том числе и в Волгоградской области. Предприятия региона динамично адаптируются к работе в новых реалиях, расширяют линейки продукции. Санкции против России открывают для них новые возможности в развитии и укреплении своих позиций на открывающихся рынках сбыта. Задачу обеспечить условия для импортозамещения и развития промышленного потенциала перед профильными ведомствами поставил губернатор Андрей Бочаров. Екатерина Кудряшова и Александр Шишин. Время новостей.